Слушаем. Значит, в личности присутствуют вот эти вот четыре функции, да? Ребенок, взрослый... Четыре функции, периода, состояния, да. Они для гармоничного состояния человека в каком-то процентном содержании, можете сказать, как они должны присутствовать? Чего-то должно быть больше, меньше и в средней степени? Вот это, да, гармоничного... существование. Ну, то есть нельзя же какую-то вообще убрать фрукту, я больше не ребенок, такого нельзя, он все равно будет, то есть в какой мере он должен быть, в какой мере должна быть королева, тоже должна быть королева. Соотношение, можно примерно? Равно. Все функции равны между собой, угу. Да? Просто есть еще как бы все-таки, в каком возрасте я нахожусь, в каком возрасте... больше? Ну, мне кажется, вот эти вот две средние функции, которые две заглушены. Ну, как раз вы... Как бы три равные, как раз тебе и говорю, что, равные, смотри. Да? Четыре равные, а три равные. Мы сейчас здесь сидим, ну, детей нет, да, вот. Все уже взрослые, да. Ну, в том значении, да. Может, психологически кто-то еще ребенок остался. То есть мы вот в основном вот здесь находимся. И людей уже такого возраста, кроме меня, ну, вот я уже сюда попал. Ну, наверное, поэтому я и веду, да, потому что... То есть... Вот здесь, когда мы находимся, то мы все-таки больше есть ситуативное предпочтение вот этим двум вопросам. Детскому меньше и вот этому. Ну, то есть из 100 это будет 50, там 25 и там 25, да? Ну, я бы уменьшил даже. Я все-таки здесь бы, может быть, 30, здесь 30. Нет, это, извините, ну, с математикой мне сложнее. Да. 25. Ну невозможно быть в любовном состоянии, а не быть ребенком. Зачем мерить? Ну, хорошо, да, давай, да, вот так, я сейчас по-математически. Здесь 30, вместе 60, да? Угу. А здесь по 20. Ну, то есть, да. Они все переплетаются, мы там общаемся с человеком, мы что можем там... С детьми есть. С детьми немножко, ребенком, с мужем, да. В сексе тоже немножко. Опять же, это еще вопрос ситуативный. То есть я сейчас говорю вне времени, вне пространства, да, но да. в целом, абстрактно, на уровне ума. А в жизни где-то когда-то нужно вот эмоциональный вопрос решить, понятно. Да, вот. А где-то нужно решить. Выполнять разные роли. Кто сейчас, да? Свои разные функции, да? Рядом, я сказала, да. Понятно. Муж и жена должны быть рядом.